Всем привет из заснеженного Драгобрата! Сезон 2020. Сезон 2022. Это Карпатская чайка. Сегодня 31 января. У нас здесь штормовое предупреждение. Работает только мультилифт. А, к сожалению, креселки пока что не работают, зато уже сильный ветер. Но, возможно, скоро уже и запустят. Будем загадывать хорошую погоду. А пока что поднимаемся на бугере. Такая красота в Драгобрате прямо сейчас. Но очередь здесь, конечно, огромная. Я не знаю, как здесь стоять. Мне будет быстрее, конечно, подняться, наверное, вон туда. Не могу найти своих. Все такие яркие. Маска, очень тяжело найти. Так. Пробуем сейчас спуститься с борда. Ох ты, какой красивый. Латиноамериканский, короче, колумбийский. Посмотрите, сколько снега. Я иду и проваливаюсь. А ночью было большая метель, мело. Ну и сейчас, видите, заметает. Очень тяжело. Чем выше поднимаешься, чем тяжелее тебе спускаться. Вернее, подниматься. Спускаться легче. А вот чистят снег. Как раз успел вам показать. Очень классно. Круто. Говорят, здесь можно покататься на нем. Но если хорошо попросить, как мне посоветовал один человек, то можно сесть. Просто вас поднимут, показывают пейзажи. И вы будете довольны. Так, здесь можно спуститься, наверное, туда. Очень тяжело подниматься. Такой спуск здесь. Самое классное, конечно, кататься в елках. Там такие красоты. Просто супер. Заметает конкретно. Подниматься, все-таки спуститься должен. Я не знаю, сколько сейчас градусов, но чувствуется все минус 10. Давит конкретно. Просто класс. Привет, дорогая. Как ты там? Очень жалко, что тебя нету. Но я тебе покажу эти красоты. Ностальгировала. О, надо здесь спущусь. Возле елочки смотрим сюда. Как там Запорожье? Снег идет? Здесь снег идет всегда. Ресницы замерзли. Да, не только ресницы, уже рот. Скоро говорить не смогу. Ну все же, надо сделать спуск и пойти согреться глинтвейном. Слегка идет, ну не такой, да? Так. Очень много инструкторов в этом году. Вот, услуг. На Драгобрате становится все больше. Это радует.
Давай, дорогая, чтоб в следующем году ты не протыкала. Добирайся как хочешь, но чтобы было. В такое же время опять на второй заезд. Мы тебя ждем. Глинтвейн? Да, алкогольный только. Супер, просто класс. Боже, как не хочется заканчивать эфир, но, к сожалению, буду заканчивать, хочу. Посмотрите, сейчас на смену туч придет солнце. Обещали 2 часа дня. Дай бог. Потому что очень красиво. Мы в том году были здесь. Было пасмурно, то есть как бы не в кайф. Каждый день снег, ну то есть тут сейчас нужно ловить момент, как говорится, и выходить кататься. Все, на этом эфир заканчиваю. Спасибо, кто смотрел. Пока-пока.